Собрания собственников жильцов под дождем или в мороз теперь остались позади. Больше не придется ждать соседей или аннулировать принятые решения из-за отсутствия кворума. Ирина Ершова, жительница дома номер 20, корпус 2 по улице Летной, уже воспользовалась новой возможностью и привлекла к электронному формату работы своих соседей. Об удобстве портала Мытищенке рассказал представитель управляющей компании «Жилищное хозяйство». Своевременно ознакомиться об объявлениях, о каких-то мероприятиях, проводимых дома, отключение либо подключение водоснабжения, электричества и так далее. Преимуществ проведения электронных собраний предостаточно. Сокращается время на их подготовку, исключаются манипуляции с голосами. К тому же отдавать свой голос можно где и когда угодно. Молодым быстрее, больше, удобнее воспринимать информацию в электронном виде. Но когда люди пожилого возраста узнают о такой системе, да, они немножко это принимают в штыки. Но потом, когда это попробуют, когда это покажешь, да, что это легко и просто, все не хотят выходить из дома и идти голосовать в управляющую компанию. Узнать всю необходимую информацию о новом электронном формате проведения собраний собственников можно в своей управляющей компании или попробовать зарегистрироваться самостоятельно. На портале ЕАС ЖКХ необходимо создать личный кабинет пользователя. Далее перейти в раздел «Голосование», «Опросы», «Общие собрания», где будут размещены вопросы для голосования, и сделать свой выбор. Через эту электронную платформу жители с любыми просьбами могут обращаться, могут формировать самостоятельно повестку не только по текущему ремонту, но и по более глобальному капитальному ремонту многоквартирных домов. Эта управляющая компания сейчас обслуживает 194 дома на территории городского округа Мытищи. 750 жителей уже авторизовались на портале ЕИАС ЖКХ. Всего на территории городского округа Мытищи более 4000 горожан зарегистрировались на этой платформе, а 1700 из них активно пользуются. Жители голосуют за благоустройство, ремонт подъездов, ликвидацию мусоропроводов, а также первыми узнают всю необходимую информацию об отключениях воды и проведении ремонтных работ. Алла Сталаева, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.